Узрите, заключенные! Здесь пленники с острова Сетленд. Их лидер. Осмотрись же, лидер. Солдаты, лидеры со многих островов на этой затопленной планете. Такие разобщенные и беспомощные. Все вы! По сравнению с моим детищем. Обращенными. Оружием хаоса. Единым разумом. У тебя ничего не получится, Эбис. Нас больше! Но кого, лидер? Жители, гражданские, старики и дети. Твои дети и все, кого ты знаешь, думают, что ты мертв. Смирись, лидер. Твое время на исходе. Брось его в камеру! Ты заплатишь, Эбис! Заплатишь! Жалкий. Моя крепость неприступна. И каждое живое существо станет моим. Что-то не так. А что вы делаете, господин Итер? Сэр. А, это? Да ничего. Просто люблю так делать в свободное время. Хочу разучить одно заклинание. Ого! Это потрясающе! Научите меня! Можем попробовать. Однако это займет некоторое время. Ага, вот мы и дома. Ну, пора выходить. Сэн! А? Мы дома, пошли. Валери, постой, чего? Вау. Сэн, Валери. Добро пожаловать в Саблезуб! Место просто отпад! Пошли туда, Валери! Стойте, не уходите далеко! Каково оно на вкус? Итак, ребята, думаю, пришло время заселяться. Главное, не расслабляйтесь. Угроза никуда не ушла, и у них ваш отец. А еще мои парни. Точно! Точно! Мой дом на окраине города. Я научу вас всему, что нужно знать о Бэбисе. Итер? Да, Хончо? Ты будешь их наставником. И твои знания пригодятся позже, на тренировках. Да! Конечно. Я помогу. А пока буду у себя. Идите за мной.